Не, парень. А, не, все нормально. Один отцом знает, как правильно быть красивой. Светлая вечеринка! Вот один дружок сидит. Денис. У тебя так много девиц, все они нереальной красоты. Денис. Ты весь такой зашибись, мы хотим быть такими, как ты. Денис. Йоу, what's up, с вами Денчик, и это мой новый влог, поехали! Ну что ж, мы готовы вам представить нашего харьковского, пусть это будет юного, но очень перспективного видеоблогера Дениса Федоренко. Поэтому музычка поаплодируем! Денис, у тебя так много девиц, все они нереальной красоты. Денис, ты весь такой зашибись, мы хотим быть такими, как ты, Денис. Короче, Антон. Антон жжёт. В том, что у нас сегодня девчонки в настоящий момент. Он знает, как правильно фотографировать, он знает, как правильно... Send them out of detectors screaming, hip-hop fans fiending. Sometimes I wonder what's in my daddy's semen. Cause I'm magnificent, equivalent to pulling guns out. To reach my level, shorty dealing, smoke they lungs out. Я хочу прорекламировать вам то, чего вы никогда не видели. Это новейшее устройство. Это салфетка. Можно сделать вертолетик. Маркать сопли. Взять корону. Можно оставить свой номер официанту. Фу, у меня запах. Для этого и салфетка. Класс! И хорошо. И все будет вот так. Pulling switches like a janitor for the chatter, etc. Bringing worries to my competitor, cause it's a cat fight. And every man wants to prevail, but give that man hell, and he'll scratch you with his nails like a sister. Должна быть держака. На него будет миллионы просмотров просто. Мне так холодно. Согрейте меня хотя бы словом. Дрова от Джузеппе. Мне сразу стало теплее. Дрова! Светлая вечеринка! It sounds like a sissy. Pussy kids like that, I make them edgy. Like going out of town and trying to stick the fish in veggie. Do the knowledge on this mic, I put the mileage like buses. Do your justice like a lawyer when he fusses. Frantic, a lady bandit. At clubs, not romantic. Want them against the. Я решил себе завести новых домашних животных. Теперь у меня их аж целых 8 вместе с моим котом. Знакомьтесь, это африканские тараканы. Африканские тараканчики. Вот один дружок сидит. А еще вот здесь. Видно вам? Сидят еще штук 6, наверное, где-то. Вот. Такие у меня теперь живут в аквариуме африканские тараканы. Снова я на французском, и я так понял, что все мое лето состояло из французского бульвара. Но сегодня я хочу пойти сейчас в этот мегаспорт, посмотреть себе кроссовки, New Balance. Off my belly has a jelly, but your ludicrous telly be out of business, like my legal cell phone. Now till the bone is the specimen. Пошел я искать мегаспорт, и что вы думаете? Его, блядь, закрыли. Пипец, короче, мне сейчас торчать полчаса, потому что я решил такой, типа, перед работой заеду в мегаспорт, посмотрю кроссы, которые себе присмотрел, облазил весь мегаспорт, думаю, блин, куда он пропал? Точнее, не весь мегаспорт, а весь французский бульвар облазил, думаю, куда пропал мегаспорт. И тут мне говорит продавщица из одного магазина, типа, а он уже закрылся, как полгода назад где-то. Я такой, понятно. Девица, я в Париже. Смотрите, я в Париже. Мама, я в Париже. Фу, я ненавижу ожидания. Сам, короче, теперь виноват, что и жду. Мои, отдавай машину. Машину нет, сюда. Ну, блядь, я тебя сейчас перебью. Я тебя сейчас продам, блядь. Давай, давай. Сейчас.
Не, парень. А, не, все нормально, Серега. Блин, забыл их камеру у Иры в рюкзаке. Короче, я уже отработал. И сейчас бегу на канатную дорогу, потому что я работаю вторую работу в парке Горького. И мне будет проще 23 августа на канатной дороге спуститься вниз в парк Горького. Заодно покатаюсь, никогда еще не катался на подвесной дороге. Club's not romantic, while I'm against the wall, fix my jewels for me a slantic. Off my belly has a jelly, but your ludicrous telly be out of business, like my legal celly phone. Now till the bone is the specimen. Знаешь, так едешь, такое чувство, как будто ты в душе включил воду и у тебя мысли какие-то в голову. Здесь такое же самое ощущение, как будто ты в душе, только ты завис в воздухе и думаешь, а уже заезжаем в парк Горького. Lady Bandit, a club's not romantic. While I'm against the wall, fix my jewels for me a slantic. Off my belly has a jelly, but your ludicrous telly be out of business, like my legal celly phone. Всем привет, и это наша постоянная рубрика. Я встречаю Иру с работы. И такой прикол, я кинул свою камеру Ире в сумку и забыл ее выключить. Достаю, начинаю пытаться что-то снять, а она села. И посмотрим, чем она там занималась, какими делишками занималась. Сначала мой вайбер, теперь скрытая камера. Что дальше? Ну вот, наш влог подошел к концу. Спасибо за просмотры. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до скорых встреч. С вами был Денчик. Всем пока.